Как YouTube зарабатывает, к примеру, от рекламы ванн на сантехническом канале? Вы YouTube сообщаете, очень важно, что сообщаете ему, что в этом ролике есть реклама. И он к этому, то есть, и в принципе, то есть, вы должны ему показать, что здесь есть реклама, и вы, он сообщает зрителям, что этот ролик не образовательный, а носит еще рекламный характер. И он тоже включает алгоритм. И вполне возможно, он дальше что-то введет. Как вот сейчас, как ввели платную подписку. Очень крутая штука, 120 там, 200 рублей, и у меня и музыка, и рекламы нет, ничего нет, и я смотрю все вообще в кайфе. Просто вот задача, если вам, смотрите, то есть это все просто, если вы выезжаете на дорогу, вы обязаны соблюдать ПДД, это же логично. У вас проблемы есть к ПДД? Наверное, нету, правильно там? А претензий к таблице умножения тоже нету, да? Соответственно, и в YouTube, если он выводит правила, то вы должны под них подстраиваться. И мы для этого создали школу, чтобы и клуб, чтобы там эти правила моментально обсуждать, потому что мы не можем там до всех доносить и под каждого делать, потому что, видите, приходят люди, начинают там свои вопросы там писать и писать в этом формате. Поэтому надо заходить делать именно так.